Торпедо, Нижний Новгород, Салават, Юлаев, Уфа. Первый большой игровой день нового 13-го сезона в континентальной хоккейной лиге. И первые официальные матчи проводят сегодня несколько команд, и в том числе Торпедо и Салават Юлаев. Шайба в воротах. Салават Юлаев открывает счет в этом матче, реализует свое первое же большинство. Там надо посмотреть, на самом деле, кто является автором гола. Бросал-то Гранлунд по воротам, но Тихомиров цеплял эту шайбу, летящую уже вроде бы в пустые. И вот там дальше уже на пятаке, там то ли кто-то еще типа Маринина подправил. Ровно минута до перерыва остается. Шайба в зоне Салавата. Финцы из своей зоны выходят. Один в один. Гранлунд. Передача на Хартиканина. Бросок 2-0. Вот так. Салават Юлаев увеличивает свое преимущество в счете. И Маркус Гранлунд, между прочим, добавляет уже и результативную передачу к своему голу в большинстве. Жафяров плюс Шварц, Милле и Уайдман. Жафяров, Уайдман слева теперь. Ну вот, бросок, и вот и шайба в воротах. Энди Милле, автор первого гола в новом сезоне. История с отбрасыванием в первом периоде, который привела к пропущенной шайбе. Теперь Милле забил. 2-1. И, что самое важное для Торпедо, большинство продолжит. 5-3. Понятно. Здорово все разыграли. Крису Уайдмана номер 6. До конца матча. Они 10, например. А вот опасный момент, и как же там не бросил сейчас по воротам. Смотрите. Ага, да, дотянулся там игрок Салавата, не позволил Белейцу бросить пусты. Евгений Бирюков. Команда Торпедо. Ох, какой рикошет, и шайба в воротах все-таки оказывается. Меньше 10 секунд потратили уфимцы на то, чтобы реализовать это большинство и забросить третью в этом матче. Еще раз давайте. От ноги. Главному судье требуется видеопросмотр игрового момента. Внимание! А, ну все уже. После видеопросмотра определено. Удара ногой по шайбе не было. Хороший гол. И слева побежал Тихомиров. Торпедо в шестером. 3 минуты играть. Уайдман. Перевод направо. Жафяров бросает. Оттуда гол! Забивают торпедовцы за 2:54 до конца третьего периода. Разница в счете сокращается до одной шайбы. 3-2. Реализованное большинство. Вратарь, уступивший место шестому полевому. И Джордан Шварц. В своем первом матче за торпеды сейчас забрасывает эту шайбу. 10 секунд всего остается до сирены. Жафяров бросает к воротам. Там на добивании снова несколько человек. Уходит шайба за ворота. Уайдман надо бросать. С острого угла нет. Все, на этом заканчивается игра. Салават Юлаев открывает для себя новый сезон континентальной хоккейной лиги с гостевой победой 3-2.